снова всем здравствуйте. Сегодняшний ответ от администрации города Новокузнецка. Читаем, ребят, смотрите. Повторно сообщаем, что собственники предприятий, размещенных по проспекту 12-26, произвели механическую очистку пешеходного тротуара 15 марта. Они не совершали 15 марта, это было 16, наверное. Регулярно проводится посыпка инертными материалами. Работы по очистке тротуара будут продолжаться. На указанной территории пешеходная зона, читаем внимательно, вымощена, вот она, вымощена тротуарной плиткой. Если работы проводить техникой, то плитку можно повредить. По этой причине очистка тротуара до асфальта является нецелесообразной. Администрация города Новокузнецка опять меня обманывает. Я сейчас вам это докажу. И не только она меня обманывает, она обманывает всех жителей, кто здесь рядом живет. Вам не стыдно, администрация? Не позорьтесь уже, очистите тротуар. Так, смотрим внимательно, где вы видите здесь плитку? Здесь ее никогда не было спокон веков. Здесь асфальт лежит на всей протяженности этого тротуара. Опять администрация врет. Вот мне, например, непонятно, для какой цели обманывать. Всех обманывает, и себя обманывает, и нас обманывает, людей обманывает. Вскроем сейчас снег и покажем, что там плитки никогда в жизни не было.